Всем привет! Сегодня на рыбалке. На этот раз будем ловить на фидер на озере. Я уже разложился, место выбрал. Даже уже поймал одну рыбку. Ловить буду на двух точках. Одна подальше, другая поближе. Вот, надеюсь, сегодня будет интересная рыбалка. Ну, посмотрим, как на самом деле все пойдет. Значит, у меня сегодня из насадки опарыш. Взял еще кукурузу, надо будет открыть. Попробуем. Опа, клевочки какие хорошие. Ну вот вторая рыбка. Это с дальней точки. На ближнюю точку я только закормил, но еще не забрасывал. Вот, ну две поклевки подряд с дальней точки. Надеюсь, она будет работать постоянно. Ладно, снимаем. В общем, поклевка прервала мою речь. Повторюсь, значит, ловлю я сегодня на опарыша на двух точках. Самая дальняя точка, там глубина в районе 10 метров, ближняя в районе 4 метров. Ну, это все так приблизительно. Точно я, конечно, не знаю. Но на лодке я здесь плавал, примерно представляю, какой здесь рельеф, на каком расстоянии от берега. Вот. Значит, на ближней точке я еще не забрасывал, только прикормил. Ну, то есть поводок не ставил, а вот на дальнюю вот поставил поводок, уже три поклевки, три рыбки. Погодка сегодня кайфовая, рыбаков очень много, рыба, видно, активная. Пока сюда тащил стул, так несколько щук видел, такого небольшого размера, сантиметров по 15. Ну, все равно прикольно. Вот. Значит, что по корму? Корм у меня сегодня две пачки прикормки «Флагман». Один называется черный лещ, или лещ черный, а другая фидер называется. Один пахнет орехами, другой пахнет, по-моему, просто бисквитом каким-то сладеньким. Ну, пахнут они обе, конечно, хорошо. Вот, я их вместе смешал, увлажнил, ну и сейчас, собственно, ловлю. Сейчас на дальней точке посижу, если поклевки будут сохраняться, то буду ловить на дальней. Ну вот, если поклевочки не будут, то сверну удочку и попробую на ближнюю закинуть, посмотреть, что там будет. Вот, давно я не ловил на фидер. Кайфово. Всех кормить. И рыб, и утят. В общем, начал добавлять такую кукурузу в прикормку. Подлещичек поклевывает. Ну, не такой небольшой, но и не часто, но поклевывает. Вот, на ближнюю точку я до сих пор так и не соизволил опуститься. Сейчас пока все на дальней точке ловлю. Вот клюет. Подлещичек. В общем, на опарыша поклевывает, но не подсечь.
его высасывает, но рыба не попадается. В общем, сейчас садил кукурузинку. Посмотрим, будет ли поклевка на кукурузинку. Если поклевки не будет, то все-таки я перейду на ближнюю точку, посмотрю, что там. Интересно. Там корм уже лежит давно. Может, там рыба есть. На кукурузину никто не соблазнился. Я решил рассказать про монтаж, который у меня сегодня используется. Рассказываю про монтаж. У меня сегодня, значит, вот такая вот специальная бусина с дырочкой и карабин. И это все дело гуляет свободно по шнуру. На конце шнура бусинка черного цвета, которая не дает этой бусине соскользнуть. Вот. И на эту бусину привязан кусочек фидергама. Ну, совсем маленький. И на этот фидергам уже привязывается поводок. Вот. В общем-то, весь и монтаж. Сам такой достаточно простой. Вот. Ну, пока еще ни разу не запутался он у меня. Так что считаем, что на сегодняшней рыбалке на озере он показывает себя хорошо. Вот. Ну, фидергам понятно, зачем нужен, да? Собственно, тонкий поводок используется 0,1, чтобы рыба крупная не оторвала, он амортизирует. Но крупной пока еще не было. Ну, надеюсь, придет. Сейчас я кукурузки хорошо накидаю туда, чтобы там было что покушать. Вот. На кукурузу не клюет, сейчас буду опять на опарыша ловить. Посмотрим, к чему это приведет. Забрасывать приходится достаточно далеко. На этой большой катушке у меня 53 оборота. В общем, попробовал я на ближней точке половить. Там клевала плотва. Вот такая некрупная. И потом я потерял клипсу. С клипса шнур слетел, я потерял место. Короче, опять на дальнюю точку опять возвратился. Ну, там подлещик поклевывает, но не крупный. Порезал опарыша. Посмотрим, насколько это изменит ситуацию. Продолжает клевать не крупный подлещик. Крупных пока вообще не было. Что-то покрупнее село. Побольше рыбка. Похоже, лещара сел. Спокойно идет вообще. Не бунтует. Ну, не крупный, но и не мелкий. Вот какой. Вышло солнце, рыбка периодически поклевывает. В принципе, все в порядке. Суперкрупных образцов еще не попадалось, но такой средний подлещик поклевывает. И одна плотвичка была в лед, то есть еще не приземлилась кормушка,
на дно не легла, и плотвы заклюнул. О, какие поклевочки хорошие. Ну, такие подлещики поклевывают. Этот сглотил вообще глубоко. Давай поводочек поставим. Интересный монтаж. Что-то он у меня ни разу не запутался. Это хорошо. Так, короче, у меня тут ситуация. При поклевке оборвало фидергам. То есть вот с одной стороны была петелька, и с другой стороны петелька. И вот там, где поводок, такой резкий рывок я почувствовал, и оборвало фидергам. Интересная ситуация. Сейчас я еще раз сделаю, но это вообще не должно быть такого. Странно. Интересно, что там за рыба была, что фидергам не оборвала. Ну, сейчас там вообще ничего не клюет. Видимо, шугануло. Ну, ладно. Ну, так всегда бывает, когда крупная рыба на точке сходит, потом там вообще никакой рыбы не клюет. Ладно, будем ждать. Может, придет сейчас. Что-то такая пауза, минут, наверное, 30 уже. Ни одной поклевки нету. Ветерок поднимается. Наверное, уже. Природа говорит, что пора валить домой. Сейчас 11:30. В принципе, у меня корм чуть остался. Я, наверное, сейчас весь корм скидаю. И буду собираться. В целом, рыбалка получилась неплохая. Поймали рыбу. Бонусов пока не приплыло, но в этом месте я бонусов ни разу и не ловил. То есть здесь, вот именно здесь, больше килограмма, даже до килограмма, там грамм 800, по-моему, больше не было. Непонятно почему. Мелочь есть, средняя рыбка есть, а крупной нет. Ну ладно. Еще немножко посижу, если клевать не будет, буду собираться. Так вот сколько получилось поймать за сегодняшнее утро. Ну, немного, ну, думаю, килограммчика 2-3, может, здесь есть. Такие подлещики клевали приятные. Крупного, к сожалению, ничего не попалось. Ну, я сюда и не последний раз приезжаю, так что я думаю, когда-нибудь здесь будет и крупная рыбка. Вот. Так, поехали домой.
Ну давай, плыви. Радиочухался.